благополучия вам, семейного счастья, мамоночка, мы вас очень любим, поздравляем. Давай. Ой, дорогая моя, я желаю тебе, чтобы твой шаг, который ты делаешь в своей жизни, был легким, да, был правильным, был самым верным в твоей жизни, и чтобы ты обязательно воплотила наконец-то все свои мечты и желания, и чтобы тебе обязательно все было хорошо и все обязательно получилось, чтобы вы строили новую семью, жили в достатке, в любви, в радости, в общем, всего-всего вам семейного благополучия. Люблю тебя. Я тебе, моя кошечка, желаю всех благ, любви, взаимопонимания с мужем. Терпения не желаю. Пусть у тебя жизнь сложится так, чтобы тебе никогда не пришлось терпеть. Люблю тебя, желаю вам счастья. И прожить лет 50 вместе. Ну что, ты так старая будешь красивая. Потому что мы не можем тебе так просто отдать барышню. Да, сколько ждать. Нашу красавицу. А как ты думал? Ну просто как ты ее оцениваешь? Валюта берем. Какой? Давай среднячок евро. Да ладно, Ваня, мы тебе по-русскому. Русская свадьба, по-русскому тебе. Ну, сколько ты даешь, чтобы ее оценить? Твоя любовь. Ну, могу. Нас азербайджанская валюта устроит. Давай. Будем потом менять. Так, минманат. А, это что? А вот теперь отгадай, где минмана? Я что-то растерялась чуть-чуть. Минмана. Не нервничай. Так, это что? Так, ну теперь и переводи. Мы люди не понимающие. Мы еще не были в Азербайджане. Давай стопушку и все. Вот, давай. Паста, хватит, хватит. Подожди, стопы. Хватит, будет потом. Здравствуйте. Дружочек, ты тоже подходи, подходи, да, родной, подходи, подходи. Ты думаешь, мы пьем, мы тоже запиваю, не пьем. Вообще стало, да. Вот, блин, Ванюшка, сейчас метнемся. Ты посмотри, сколько да, ты вредный. Я вредный, ужасно. Вредный? Очень вредный. Еще подожди. Так, минмонат вверх. Еще у меня другой. Карманов 4. 4, да. Вообще есть там, где не вместительные. Давай. Ложись, снимают, как мы снимаем. На букву У начинается. Ой, а невеста уже что? Нервничает. А что нервничает? Пусть не нервничает. Пусть замуж хочет. Так, все, девочки. Я беру, или он меня берет под руку. Подождите, он должен выйти. Да ничего он не должен, ничего он не должен. Ей-богу, я улыбаюсь, все вот хорошо. Так. А дружок допивает. Улыбаемся? Улыбаемся. Пошли. Проще двух человека. Спасительница всей Руси. Да, да. По всем. Ай, дорогие мои, наконец-то это случилось. Мы дождались этого замечательного дня. Вот, Ваня, конечно, долго шел к этому, чтобы... Я желаю, чтобы это был достойный выбор друг друга у вас, да? Вот. Ты во мне сомневаешься? Вот. Нет, Ваня, подожди, я еще я много еще чего. Только начала. Я желаю, чтобы ваша новая жизнь вот так же начиналась счастливо, так же улыбчиво, поменьше печали, побольше радости вам в жизни. Вот. И чтобы новую жизнь с новыми целями, мечтами воплощали их вдвоем уже. До коротких олимпиадяжек! Давайте, ребята, держайте.
Я потом остальное все скажу. Много больше не буду говорить. Ванечка, я хочу выпить за нашу Олюшку-красавицу, потому что мы тебе ее отдаем. Потому что ты на самом деле получаешь драгоценный металл. Как всегда сказали, шальную нашу императрицу, такую принцесску нашу, девочку-красавицу-умницу. Вот, чтобы она тебе была достойной, любимой женой. Люби ее, цени и уважай, она у тебя просто умница. Вот мы, надеюсь, мы отдаем тебе в надежные руки ее. Вот, и ночью будешь иметь. А мы не такие простые. Вот, а если ж, я желаю, чтобы ты достойно прошла новый путь в своей жизни. Вот, чтобы вы понимали друг друга, да, ценили, уважали. Вот, всего всего самого, только доброго вам желаю. Хотелось бы взять маленькое алаверды после Аленушкиных слов. Она все прекрасно, замечательно сказала. А я желаю вам, чтобы ваш брат принес вам не только дом, полную чашу, ну и парочку мелких метисиков. Хорошего. Иначе не считается. Сегодня у вас именно такой день. Сегодня день рождения вашей семьи. И в эту торжественную минуту, прежде чем подписать актовую запись о заключении брака, прошу ответить, является ли ваше желание стать мужем и женой глубоко продуманным и твердым. Прошу ответить ваш жених. Ну, конечно, Гуд думал, наверное, является. Прошу ответить вас, невеста. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации и с вашего взаимного согласия, сегодня, 15 июня 2019 года, ваш брак регистрируется. Прошу подойти к столу и скрепить семейный союз. Forever, oh soul.
I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much. Соединяйте руки молодых свадебным рушником, узелочком на ветке покрепче. Ну а говорят, сколько узелков завяжете, столько внуков. Ну и, конечно, первый поздравьте своих детей. Поздравляйте. Я вас поздравляю. К нам вы пришли женихом и невестой, а уходите мужем и женой. Доброго пути и веселой свадьбы! Спасибо, спасибо! Спасибо. Казалось вам сном, а счастье было у вас бесконечно. Спасибо. Поздравляем вас с таким торжеством. Счастья вам, здоровья. Сау, ауе. Ауе, да. Почему я желаю именно Оле? У Вани-то это другое. Главное, что Оле это был заход финальный. Горько, ребята, горько. Только не так, как так. Все по-нормально. Нормально. Горько. Нормально. А так все ничего не было. Дорогие Ваня и Оля, я поздравляю вас с законным браком
Желаю вам счастья. Желаю строить хорошо семью свою, крепкая, чтобы была. Желаю деток. Благословляю вас на будущую жизнь детей. А сейчас давайте вы первый раз в жизни друг другу насолите и последний. Олечка берет кусочек, отламывает, солит и кормит Ваню. А Ваня отламывает кусочек, подсолит и покормит свою жену. Давайте так. Давайте так. Олечка покормит мужа, а муж покормит жену. И это будет первый раз в жизни и последний раз, когда вы насолите друг друга. Не пожалел соли. Молодец. Я солю на люблю. А сейчас Олечка раздает гостям жениха, а Ваня гостям невесты угощает караваем. Разламывай. Оля, гостям. Так, Ваня, гостям. Детик, нет. Меняемся. Всем по вкусняшке. Пусть жизнь будет счастливая, долгая, молодожена. Молодец. Оленька, молодец, да. Всех накормила. Так, сколько не стали у нас.
Литвинова. Барыни, ручку целую, ручку, да? Ну что, оставляем Дениса в свидетеля, друзья мои. Отлично, Денис, присаживайся. Так, Миночка, задавай. Первое задание для тебя. Ты сейчас должна пройти ту же траекторию, что и Денис, но сделать это очень-очень женственно. Поехали. А мы аплодируем! Yeah.
Так, заветная мечта наших молодых. Дом нет, не хотят они дом. И ребенка они не хотят. Машину купить. Господи. Какую? Молодец. Они хотят Мерседес. Держи. Так, куда мечтают поехать отдыхать? Турция. Молодец. Слушай, можно вообще просто не отходить никуда. Так, дата золотой свадьбы, кто скажет? 50 понятно. Дата наших молодых. 40, она же Дулушка. Дулушки не могут быть 40. 37 лет. Так, сейчас внимание. Любимый спиртной напиток жениха. Жениха, кто сказал первый? Да молодцы. Держите, все молодцы. Все молодцы. Всем дам деньги. Так, кто тут кричал? Нет, сейчас, подожди. Сейчас, просто денег много, я одна. Так, все получили. Любимый цвет невесты. Золотой. Так, а любимое время года жениха? Лето. Малышка, иди. Номер 63-00. Телефон! Автомобиля! Автомобиля, а что у вас? Ну давай, кто здесь сказал автомобиль? Не знаю, иди. Так, а что вам говорят цифры 0-5-7? Машина мамы! На узелочек 0-5-7. Молодец. Ну что, друзья, кто из вас больше ест? Аплодисменты. А кто из вас дольше спит? Ну? Ванька вообще по-другому думает, да? Так, а кто из вас знает больше ласковых слов? Ваня, да вы не понимаете. Аплодисменты. А кто из вас чаще признается друг другу в любви? Вот. А кто из вас дольше занимает ванную комнату? Две. А кто из вас будет управлять семейным бюджетом? Ванька, молодец! Ваня, молодец! Так, а кто из вас будет писать в интернете? Она тебя пожалела, смотри-ка. Молодец. Так, а кто из вас старости будет сильнее храпеть? Хорошо. Кто будет убираться в квартире? Оля, видишь, по-другому думает. Кто из вас больше любит целоваться? Аплодисменты, молодцы! А кто из вас ночью будет вставать к малышу? Оля, такая большая девочка, такая наивная. Ну что, молодцы, аплодисменты, аплодисменты. Так, вы пока не выходите. Нам нужно еще свидетели сюда. И три богатыря. Есть у нас в зале три богатыря. Поднимаюсь с колена и продолжаю целовать его по ручке. Выше. Дальше, пошел вот сюда, по что-то есть, пошел. Отсюда, как будем. Еще, вот так. Вот. Щечки. Свои губки целуют. Вот так, друзья мои, целуют скорее.
Давай, Ванечка, присаживайся на стульчик. Сейчас мы вам покажем, как нужно целовать барина. Смотри, ты сейчас должен громко и четко сказать в микрофон: жена принесла выпить и закусить, и топнуть при этом ножкой. Жена, бегом, принесла выпить и закусить. Побежал! Так, ребят, вам большое спасибо, сейчас дам вам по 5000. Друзья мои, присаживаемся за столы. Знаю солнце, знаю солнце и луна. Это в жизни ты одна души нужна. Лишь на Бога не помога этой мир. Если тебе
Гип-гип! Ура!
желаю вам, ребята, счастья. Семейная жизнь сложная, что семью придется строить. Терпение вам, большого терпения, чтобы вы построили свою семью до конца своей жизни. Поздравляю вас, ребята. Спасибо. Спасибо. Горько! Ура! Горько! Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю здоровья, банально. И главное, чтобы вы уважали друг друга постоянно. Уважайте друг друга. И будет все хорошо. Спасибо, Василий, спасибо. Ну, папа так немножко украл кусочек моей речи. Значит, тогда не по-другому, не так, как я думала сказать. Дорогие дети, в жизни у каждого человека есть самая большая ценность. Это его собственная жизнь. И каждый человек очень будет счастливым. А сегодня вы создали свою семью. Ваша семья была счастлива. Есть такой маленький рецепт. Я вам сейчас его раскрою. Кто хочет, тоже слушайте. Можно не годиться там. На мой взгляд, самое важное, чтобы семья была счастлива, это чтобы каждый из вас относился к другому ровно так, как хотел бы, чтобы тот относился к нему. И это нам является не то чтобы истина, это просто проверенная временем аксиома. Еще я добавлю такое. Совет вам тоже. И в этих словах, будет как раз таки заложено ваше английское название. Еще вас поздравляю. Александра, сестра Олечкина, я передаю ей домой, дорогая моя сестричка, любимая моя сестричка, единственная моя сестричка. Лить, я очень люблю, я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Я очень счастлива и рада, что ты выбрала себе супруги, спутники жизни Ивана. Иван когда появился в нашей жизни, ну почему-то показалось, что он... где-то рядом, он где-то с нами. Вань, ну, ты знаешь, каких обстоятельств, когда мы познакомились, мы сразу как родные стали. Олечка, я очень желаю вам с Иваном счастья, любви, взаимопонимания. И, как, и помню, как всегда нас учил наш отец, бывают все в жизни, и ссорки, и ссоры, все что. Самое главное в жизни – это уступать. Если люди будут уступать в дружбе, в содружестве, все будет у них хорошо. А вот мы хотим подарить вам вот такую зарегательную книжку. Да, нужно. Называется, да, «Клад». А сколько на ней лежит? Свадебный, подожди. Несколько листочков есть в этой книжке. Есть для Хабаровска, вообще отлично. В одном из листочков есть клад на свадебное путешествие. Потом на пополнение семейного бюджета есть раздел на счастливую семейную жизнь. Аккуратно, обязательно. На пополнение в семье. Ну, и, собственно говоря, на романтические вечера. Конечно. Да, мы с семьей всей своей хотим подарить вам 75 тысяч, я думаю, на первое время, и этого должно хватить. Если не хватит, ну, уважайте. Обращайтесь. Бойка. 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 Это у меня рука. Поздравляю вас с законным браком. Желаю вам счастья, любви. Вступайте друг друга, цените друг друга. И все, все, все.
имени дяди Люси с нами. И вас найдешь, да? Так. От имени дяди Вани с тылых северальных. Они меня просили поздравить тебя, ну, вас поздравить. И всего самого-самого хорошего по жизни пожелать. Будьте счастливы, чтобы детки у вас были. У вас все. Спасибо тебе. Ну, поздравляю, ты вступаешь уже в наши ряды, женатиков. Ну, я не знаю, ну, дай Бог тебе. Да, дай Бог тебе всего самого. Ничего нельзя. Нет, почему ничего нельзя? Можно, но аккуратно. Дарим тебе финансовые возможности на дальнейшее приобретение чего-нибудь. Как обычно, Горько, я и Вань. Горько. Всему научишь, все получится. Вот Аня правильно сказала, терпение. Все. Аплодисменты. Спасибо. Вот извините, с подсказкой, ну, потому что немножко было времени заучить эти слова. Вот, ну, конечно же, от всего сердца, от всей души, от всех нас, я и хочу поздравить вас с этим замечательным днем вашей жизни. Вот, наконец-то мы к этому пришли. Многие, конечно, вот, и дай Бог, чтобы вы пришли к общему занятию. И большое поколение. Ты самая лучшая в мире. Я уверена, больше всего. Ты будешь хорошей, верной супруга, для мужа любимого своего. Желаю, чтобы муж никогда не скупился, чтобы норка ходила и соболя, и просто всю жизнь, чтобы носила на руках. Желаю, чтобы муж твой тобой гордился. Теперь жених мой хочу обратиться. Супругу твою ты люби и лелей. Просто счастливчик, кто думал жениться на лучшей Колюшке, нашей любимой, родной. Колюшка, ты просто супер. Ванечка, а ты ее? Ваня! Ты у нас забрал подругу, брать она была просто супер. И я надеюсь, что она для тебя и такая услуга. Ты когда мне позвонила, мы с тобой по видео, да, общалась буквально месяц назад. Ты сказала, Оль, я вам сказала. Блин, что делать? Сейчас в июле. Вот. Да кто вот в июле? В июне приеду по тебе на свадьбу. Знаешь, я тебя ценю. Я приеду ради тебя. Я тебя обожаю. Я тебя вообще всего. О, счастье тебе. Оля, приехала. Совет на любовь. Вот там она говорит, любви вам, счастья. Наш подарок, Миша Милов. Ванечка, семье не сразу. Значит, быстро и много. Это как у нас, троих минимум. Красивенькие, черненькие, кудрявенькие, всякие. Спасибо. Всякие, у нас и беленькие, и рыженькие, и черненькие, всякие. Это мы вам напишем. Дорогие поздравляю, скажите, что мы соединяемся с вами, 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 с вами
там попадается. Спасибо, Анюта. Семейного благополучия. Спасибо. Берегитесь. Счастья, здоровья. Горько! Горько! Ха-ха! Отлично!
всего вам хорошего. Спасибо. И счастья, дорогие. Спасибо. Мы очень рады, что у нас семья растет, что у нас все больше родственников. Ну и сейчас будут поздравлять дети мои. Иван, Ольга, у нас поздравляют с этим прекрасным днем. Только счастливы. Помните этот день всю свою жизнь. Несите свою любовь всю свою жизнь. Оберегайте друг друга, уважайте и любите. Поздравляем вас. Спасибо. Ольга! Ваня и Ольга, я тоже поздравляю вас со свадьбой, ко всем присоединяюсь. Ирочка, к сожалению, не смогла сегодня прийти, но она тоже передает вам теплые слова. И от себя еще хочу вам пожелать, чтобы вы больше проводили времени вместе. Чтобы даже если когда не будете рядом с другом, постоянно думали друг о друге. Ну и ждали, любили. Всего вам самого наилучшего. Спасибо. Спасибо. Ага. Спасибо большое. Я являюсь близким, самым близким, наверное, младшим братом Ольги. И, Иван, обращаюсь к тебе, тебе очень сильно повезло. Потому что я этого человека знаю очень давно, и я его очень сильно люблю, очень сильно ей дорожу. И счастливые люди не смотрят по сторонам, счастливые люди не смотрят в одну сторону. Я вам желаю не смотреть по сторонам. Быть счастливым, не смотреть в одну сторону. Люби ее, храни ее. Я вас очень сильно поздравляю, желаю вам счастья, любви, богатства, здоровья. Очень много эмоций, которых вы заслуживаете. Праздником вас. Я хочу обратиться к Ване, к моей маме. Она вышла. Она вышла, хорошо. Передашь ей, можно? Я хочу передать моей маме просто слова. Не у меня. Поздравления, что в ваш дом пришла такая замечательная девушка, как Оля. Я ее люблю, как родную дочь. По сей день она моя дочь, а я ее еще одна мама. Я желаю вам счастья, любви, благополучия. Пусть все будет так, как вы хотите. Пусть все исполнится. Дорогие гости, возьмите все бокалы. И перестаньте разговаривать. Возьмите бокалы. Давайте все вместе пожелаем большого счастья и большой любви. Живите так, Оля, чтобы голова кружилась от счастья, как от этого вина. Да так любите, как другим не снилось. Тогда любви не страшно. За новую семью всех сил! Ура! Поздравляем! Да, друзья, хочу, чтобы на следующий год у вас ярко было важно. И сегодня я рад здесь, в этом зале, в этом торжественном деле. Я вижу тут Шамсиру. Шамсир, я что Ваню желаю, того же вам, чтобы здоровье вам, чтобы... Спасибо! I love you.
внимание. Ближе микрофон, пожалуйста. Попрошу внимания. Я знаю, что в этом зале есть настоящие офицеры. Подается команда. Товарищи офицеры! На команду товарищи офицеры они встают. Правильно? Поднимаем вопрос. Встаем. Всех номер. Жены к офицерам не имеют никакого отношения. Итак. Офицеры с женами не имеют никакого отношения. Завис. У нас вход застает. Итак. Никак на Красной площади. Один раз краткое. Два раза протяжное. Честь молодых! Гип-гип! Ура! 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 Ваня, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю счастья, здоровья, личной жизни, чтобы у вас все было хорошо. За вас, ребята! Молодцы, ребята, от души. Всего самого хорошего. Всем вам здоровья, жизни, семьи, детей. Всего всего самого наилучшего. Всего 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 у вас. Все. Я, конечно, поздравляю тебя. Извиняюсь, не тебя, вас уже. С таким замечательным днем. Будьте счастливы, любите. Сделайте такую семью, чтобы завидовать. Чтобы с вас мы взяли примеру. Вот наша мама, такой семьянин. Я хочу, чтобы с вас взяли примеру. А чем мы? Ну ты настоящий товарищ. Мы на свадьбе на самом деле приехали очень рады. Я вижу, и самые-самые близкие люди у тебя. Самые близкие. Я сейчас микрофон передам моему младшему брату Фенни. Он расставит. Денис, чуть-чуть назад, если бы вот. Как вас зовут? Я попрошу. Светлана. Это праздник, это праздник мой. Ваш близкий, это праздник моего сына. Спасибо вам. Вас очень хороший. Он мне как жарко сказал. Я вас узнал. Очень хороший человек. Анвар, тебе хочу сказать, Ольга, вам счастья, зеленой будьте дороги. Счастливы. Будьте счастливыми, чтобы друг друга понимали, уважали. Где надо, уступали. И не чтобы, ну, твоей мужской жизни. Стояла сама. Вам семейное счастье, брат. Всего хорошего. Будь счастливым. Будьте счастливым. Ты настоящий товарищ, ты настоящий друг. Я вам желаю всего самого лучшего. Всего самого лучшего. Всех благ вам.
Ага, все впереди, брат, мы с тобой. Маме, спасибо за такого человека, за такого брата. Мама, самой главной маме спасибо. Отдыхайте. Вторая стакана, Абдул. Абдул, спасибо. Спасибо.
музыка звезда. Мне с тобой очень сложно, скучно. Не такая, как все. Стоп, я такая, бич. Я могу всего самого достичь. Для тебя люди не звезда, ты. Ты тогда можешь быть наши друзья. Потому что я виновата, все. Окей, забуду подруг, я же просто утра. Тебе можно все, я же суперзвезда. Thank you.
Thank you.
хочется больше страсти. Фабрики.
же не брейк-данс. Да. Продемонстрируйте нам это, поехали! Давай, Назарушка! Опа!
дня, тот блеск в ваших глазах, он длился всю вашу жизнь, продолжался, увеличивался, уменьшался, когда ему нужно было, разгорался с новыми силами. Тот огонь, тот блеск, который сейчас в ваших глазах, ну то недоумение, возможно, сейчас. А уже я добавлю, мне хочется вас поздравить и пожелать вам еще и сказки, чтобы вы верили в сказку. Поиграем в сказку. А сейчас поиграем в сказку, чтобы вы верили в сказку. И давайте поиграем в сказку про красную шапочку. С удовольствием. И красная шапочка будет Оля. Выходи, Оля, сюда. Оля, выходи, ты будешь красная шапочка. Ваня, ты тоже будешь помогать Оле. А все остальные гости, дорогие, вас приглашает невеста и жених. Вам нельзя им отказать. Работаем! Откуда там выскочил серый волк? Утащи красную шапку. Пойдем, утащи. Музыка заканчивается, теперь хочется объявить благодарность Денея. Молодцы. Ну а вы с этими деньгами были? Такими остались. И нам нужно сейчас организовать выкуп невесту. Она очень хочет быть на свадьбе. Дина, как зовут свидетеля? Денис, тебе нужно организовать команду мужчин, а тебе команду девушек. Давай. Нам сегодня было хорошо. А мы не повторяем! Почти уже ушел, и тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Хорош, хорош, хорош! Девочки, поаплодируем! Поаплодируем мальчикам!
свои мысли у нас, дружки. А что по этому поводу думает наш дружок? Я одинокий бродяга, я люблю Казанова. Давай, Дэнди, давай! Вечный новый вечный злодей. Хорошо, так. А какие мысли у новоиспеченной свекрови? Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Да, где проживать, Федя? Все будет хорошо, почувствую, я тебе загуляю. Ой, загуляю. Не позволяет. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Важнее всего мужчинам в доме, чтобы любил и охранял. Вот, золотые слова, да? Вот такая веселая семейка, аплодисменты. Я шоколадный заяц, ты не твоя. Я таю на дно. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все стороны. Я шоколадный заяц, ты не твоя касаясь. Я таю на дно. Аплодисменты. Да. Ведь я умный, красивый, нелюбительный мужчина, но в полном расцвете. В полном расцвете. Я персоналист, у меня лежит чип, обгоняю, потрясаю, все сигналят пип. Молодец, молодец, аплодисменты персоналисту. Назарчик, иди сюда. Ну тоже неплохо, молодец. Так. Я богиня дискотеки. Я богиня дискотеки. Я тут не раздание. Я сейчас в центре внимания. Во мне вообще нету изъяна. Да-да, давай, давай. Слышишь? Слышу. Я люблю тебя. Родной мой.
мое сердце. Сердце мое, ты слышишь? Слышу. Я люблю тебя. Давай расставаться не будем. Не будем, мой милый, не будем. И все наши ссоры забудем. Забудем, мой милый, забудем. Забудем навечно. Конечно, навечно. Тогда относиться друг к другу мы будем сердечно. Сердечно, мой милый, сердечно. Я жизни не мыслю иначе, как только с тобой. С тобой, мой милый, с тобой. Я муж твой отныне сегодня. Ты стала моим женой. Я стала твоей женой. Егорка! Thank you.
аплодисменты танцующим. Продано, аплодисменты! Олюшка, иди целуй!
тортик у нас. Показывает наша принцесса. Так, реальная цена 100 рублей стартовая цена. 200 рублей раз. 500. 600. 800. 1000. 1000 раз. Поцелуй жениха. Жениха поцелуй. Хорошо, поцелуй жениха. 1002. 1003 продано. Иван. Так вот. Копилка! А почему у меня какие-то тетка с дядькой
нашим молодым в их счастливую, замечательную семейную жизнь. Любви и радости, счастья, благополучия и изобилия. Чтобы ваш дом был полная чаша. Полная чаша любви, счастья. И дочку не бежит. Юлечка, в сторону, чуть-чуть, Юля. Ага, вот так, спасибо. Стройте свою семью. Дело сложное. Но это нужно делать обязательно. Все прощайте друг другу. Не обижайтесь друг другу. Подарите, наконец, внука. Оля, пожалуйста. Потом спросим себя. Ну что, мамочки, дорогие. Давайте вот так сюда поближе. Ну что, друзья мои, дай Бог, чтобы этот очаг горел и только разгорался с новой силой. В твоих глазах прекрасных я нашел сияние звезд. Узнать я смог откуда, что нет прекрасней женщины на земле. Теплей твоей улыбки нет на свете. Все песни мира только о тебе. И для тебя одной цветы на всей планете. Горячей искрой вспыхнула любовь. И разгорелось пламенем волшебным перед тобой. Любимая моя, огонь любовный разгорится жарче. Единственное, много лет спустя, пусть в нашем доме светит он все ярче. Уважение друг к другу и к родителям, любви.